Добрый день, уважаемые партнеры, добрый день, случайный зритель, добрый день, хейтеры, добрый день, любители качественно-садовой парковой техники. Таковую сегодня и представляем, друзья, у нас в студии компания «Зимань». Впереди планеты всей, как я говорю, с замечательными бензопилами MS-180 Pro и MS-250 Pro, друзья. Да, это модели той самой фирмы, которая вышла из состава Российской Федерации, а «Зимань» продолжает их производство. Машины, как вы уже понимаете, из того, что там написано «Про», машины, естественно, профессиональные. Машины в карбоновом корпусе, сделаны из специального ABS-пластика, который делают специально для бамперов машин. Это реально очень устойчивый пластик. Машины, как я сказал, профессиональные. Итак, в чем различие? Друзья, 180, 32 кубика, 2 лошадиные силы. Машина сучкорез, можно ей спокойно заготавливать дрова, можно пилить небольшие деревья. Можно работать в строительстве легко. Вес этой машины составляет всего лишь 4,2 килограмма. Сразу про плюсы, друзья. Во-первых, корпус специально защищен металлической подкладкой для того, чтобы машина была ударопрочная. Как я уже сказал, ABS-пластик вместе с элементами карбона присутствует на этой машине. Специальные немецкие шины от компании «Зимань» и полностью расходка вместе с цепочками тоже здесь немецкие и по немецким технологиям сделаны также. Здесь 16-я шина, шаг 3 восьмых, 1,3 усадочный паз и 55 звеньев. Цепочка очень популярная. Далее, все машины серии «Про» оснащены специальной антивибрационной системой от компании «Зимань», так что руки у вас трястись не будут. Плюс у каждой машины есть упор для того, чтобы впиливаться в бревно. Очень крутая функция от компании «Зимань» — это быстрый стопор цепи. Вот он. Цепь останавливается мгновенно, это безопасность. Также подтяжка цепи происходит спереди от пилы, это очень удобно. Не нужно залезать куда-то отверткой, а вот буквально у вас здесь вы можете натянуть цепочку. Это очень круто. Также в машинах присутствуют японские карбюраторы, друзья. Это тоже очень большой плюс. Это что касается 180-й пилы. Сейчас переходим к модели MS-250 Pro. Друзья, здесь уже стоит также 16-я шина, но шаг уже профессиональный 0,325, 1,5 усадочный паз и количество звеньев 62. Также машина вообще защищена от всего вот этой металлической подкладкой. Соответственно, корпуса здесь также выполнены, как и 180-й. Это ABS-пластик с элементами карбона. Здесь, как вы видите, очень простой съем наших крышечек с бака топливной смеси и с бака масла. Тоже очень удобные крышки. Также машина заводится очень просто, так же, как и одноименный бренд. Итак, друзья, мощность этой пилы составляет аж 3 лошадиные силы. Ну, естественно, объем двигателя составляет 45 кубов. Эта машина производительная и мощная. Машина уже 250 является фермерским классом. Ну и, конечно же, эта машина уже готова практически на все. И в стройку, и лес попилить, и дрова заготовить. В общем, машина крутая и профессиональная. В общем, ознакомьтесь обязательно с инструкцией. Ну и, естественно, приобретайте. Машины однозначно того стоят. А я вам желаю счастья, любви и удачи. Пока.